В Рязанской области отмечается 366-я годовщина со дня образования пожарной охраны России. Сегодня вся страна чествует людей этой отважной профессии, а в Рязани управлением МЧС был организован и проведен целый комплекс различных мероприятий на разных площадках города. Начался этот праздничный день автопробегом, а также выставкой пожарно-спасательной техники на площади у МКЦ. Рязанцы смогли посмотреть не только самые современные образцы, но и увидеть пожарный ретро-автомобиль. Также была организована работа полевой кухни. Все желающие смогли отведать приготовленную кашу. Кроме того, на площади прошли конкурсы на скоростное надевание боевой одежды пожарного. Такие мероприятия, я думаю, очень интересно. Им очень интересно посмотреть технику, которая у нас стоит на вооружении гарнизона пожарной охраны города Рязани. Вот. Здесь вот на выставке, значит, показываем мы технику и новую, которая к нам пришла. И также вот у нас есть ретро-автомобиль. Это ретро-автомобиль ГАЗ-АА. Значит, данный автомобиль 1933 года. На территории вот города Рязани, особенно на территории города Рязани, практически все пожарные части, которые находятся, укомплектованы 100% новой техникой. То есть у нас есть в каждом подразделении практически все для того, чтобы мы могли справиться с огнем. Далее на территории главного управления МЧС состоялось открытие мемориальной доски Михаилу Ивановичу Шабурову, возглавлявшему управление Государственной противопожарной службы УВД по Рязанской области в период с 1993 по 2001 год и внесшему огромный вклад в развитие пожарной охраны региона. В этот день мы чествуем мужественных людей всех видов пожарной охраны на территории нашей области, готовых с риском для жизни вступить в борьбу с пощадной и непредсказуемой огненной стихией. Ну а позднее в региональном управлении МЧС прошла торжественная часть события, где руководство ведомства отметило профессиональных и добровольных пожарных Рязанской области, а также ветеранов пожарной охраны, которые пользуются заслуженным уважением и почетом у молодых специалистов.